Это Мэмера пришла. Ну и кто будет открывать дверь? Не я. И не я. Ну, девочки, я всегда Мэмри дверь открываю. Давайте кто-нибудь из вас. Девочки, а я предлагаю, давайте сыграем в УЕФА. Кто последний, тот и пойдет открывать дверь. Хорошо. УЕФА, 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 УЕФА. Девочки, мы так вечно играть будем. Наверное, потому что никто не хочет открывать дверь Мэмри. Да что же это такое сегодня? Мне кто-нибудь откроет эту дверь или нет? Я же вижу вас, девочки, вы сидите на диване. Ну вы даете. УЕФА, УЕФА. Так, ты выходишь? Ю-ху. Так. УЕФА, УЕФА. Так. Ты теперь открываешь дверь. Ну ладно. Здравствуйте, Марфа Акакина. Мы с девчонками вас так ждали, так ждали. Заждались уже. Ага. Знаю, мои хорошие, знаю, мои любимые, что вы меня ждали. Не хотели открывать дверь? Вот и напрасно. А у меня сегодня хорошая для вас новость. Занятий по математике сегодня не будет. И у меня есть для вас сюрприз. Угадайте, что это? Ю-ху! Сейчас будем играть в правду или действие. Давай, Настенка, крути. Круто, я первая. Даша, выбирай, правда или действие. Давай действие. Девчонки, помогите, что ей задать? А давай она будет свинкой хрюкать до следующего хода. Классная идея, Марфа Акакина. Даша, я хочу, чтобы ты хрюкала до следующего задания. Ну хорошо, буду хрюкать до следующего задания. А тебе идет так хрюкать. Так, хрюшки мои. Дашенька, давай, крути. Хорошо. Марфа Акакина. О, Галя, ты! Да хватит уже хрюкать, я выбираю действие, давай загадывай. Что бы тебе такого загадать интересненького? О, давай мы тебе с девчонками нарисуем монобровь, усы и бороду. У меня, кстати, уже есть маркер. Классно, классно! Сейчас мы сделаем твое личико еще краше. Девочки, я красивая? Очень! Уже прям красивая богиня. Красотулечка. Ничего, Даша, я тебе тоже уже классное задание придумала. Хорошо, хорошо. Смелее, Дашенька, смелее. Галя, тебе прям идет. Галя, ты прям еще красивее стала, похорошела. Ой, боюсь, ты у меня всех мальчиков отберешь. Так, моего Стасяна не трогать, он мой. Ну, раз уж такая песня пошла, то трудовика с физруком не трогать тоже. Да ладно, девочки, не нужны мне ваши пары. О, классно, на Насте выпало. Давай, давай, Настенка, выбирай, правда или действие. Давай действие. А давай ты оденешь чьи-то труселя.
Кстати, недавно на чердаке я нашла чьи-то старые труселя. Секунду. На, Настя, одевай. О! Это не фу, это задание, Настя, которое ты должна выполнить. Одевай. Давай. Давай. Одевай. Ну как я вам такая? Ну, раз вам нравится, продолжаем игру. О, мой ход. А я, девочки, выбираю правду. Давай, задавай вопрос, Настенька. Правду выбираете? А то что мы все действия выбираем? Кого вы больше любите? Трудовика или физрука? А? Вот это вопросик, Настенька. Нет, я не буду отвечать на этот вопрос. Я меняю немножко правила. Давай действия, Настен. Извини, действия лучше. Нет, Марфа Акакевна, так нечестно. Если вы уже выбрали правду, значит, вы должны отвечать на вопрос. Да, иначе вы выбиваете из игры. Ну, девочки, ну как я могу ответить на этот вопрос, если отвечу, что мне нравится трудовик? Обидится физрук. Если я скажу, что я люблю, мне нравится физрук, обидится трудовик. Девочки, давайте действуйте. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Действие? Так действие. Даш, есть много туалетной бумаги? Да, есть. И очень много. Отличненько. Марфа Акакевна, мы вас заматываем в бумагу, а потом вы как хотите, так и открываете ту дверь. Вот ту. О, классное задание. Интересненько будет посмотреть, как Марфа Акакевна справится с этим заданием. Марфа Акакевна, вы у нас будете самая красивая. Ага. Опустите ручки, пожалуйста. Как вам ощущения? Великолепные. Ой. Да. Чувствую себя какой-то куколкой. Куколкой. Не, мы на мумию похожи очень. Не на мумию, а на мымру. Я все слышу, девочки, слышу. Интересненько, как же я буду открывать эти двери? Ума не приложу просто. Ну это такое задание, вы должны попытаться. Ну что, девочки, я готова? Готова! Так, я пошла открывать эти двери. Правда, не знаю, как это сделать. Это очень-очень сложно. Смешно, да? Куколка идет открывать двери. Как же ж его? Может, попой? Нет. Нет. Лохтёр не получается. Как же ж его открыть? Может, носом? Носиком. Бороду. Ура! Победа! Ого, круто! Молодец, Марфа Акакевна! Ну что, девчонки, я освобождаюсь от этой бумаги. Марфа Акакевна, загадывайте мне действие. Задание простое. Берешь удочку, идешь в туалет и ловишь рыбку в унитазе и приговариваешь при этом: ловись, рыбка большая и маленькая. Хм, а это интересненько. Погнали смотреть.
Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, рыбка большая и маленькая. А вы чё ржёте? Я тут рыбу ловлю, потише. И вообще идите отсюда, вам. Всё, ладно, ладно. Ловись, рыбка большая и маленькая. 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 Ладно, Галь, ты уже выполнила свое задание. Погнали дальше играть. Да стой, может она реально что-то поймает. Шутка на чёрт. Погнали. Ты! Выбирай, правда или действие? Правда. Галя, загадаешь там прям такое, что-то мощное, хорошо? Да не вопрос. Даша, у меня к тебе вопрос, так сказать, ответочка за моноброви, усы. А это правда, что когда ты снимала клип «Инстабомба», тот парень, который с тобой сидел в машине, ты с ним целовалась? Ты чё, Галя? Нет, конечно. Вообще, с чего ты это взяла? Да ходят слухи, что вы после того, как досняли клип в машине там, целовались. Правда? Говори, говори. Да я же правду вам сказала. Ну, раз вы мне не верите, хорошо. Сейчас я его наберу, и вы сами всё узнаете. Спросите у него. Алло. Влад? Да. А это ты снимался в клипе у Даши? Да, я. А это правда, что вы после того, как досняли клип, целовались в машине? Конечно, правда. И даже несколько раз. Ага, ага, Даша. А говорила, что не целовалась с ним. Что? Девочки, это ж неправда. Что он там мелет? Влад! Это я, Даша! Ты что девочкам наговорил? Мы ж с тобой не целовались! Да не ты, это не ты была. Я с другой целовался. Что? Ну хорошо. Буду говорить. Сейчас. Не могу. Все. А тебе идет так хрюкать. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, рыбка большая и маленькая.